Здравствуйте, мои дорогие. Простите, что прихожу к вам так редко. Простите меня. Здравствуй, брат. Здравствуй. Половину своей жизни я прожил без тебя. Работа, внуки. Сегодня мне как-то не по себе. Скоро встретимся, брат. Ты был прав. Года, используя успех наступления войск Первого Прибалтийского фронта, войска Второго Прибалтийского фронта силами 42-й и 3-й ударных армий прорвали оборону противника восточнее города Эргли. Первый же день наступления прорыв фронтового эшелона для развития успеха был введен 5-й танковый корпус для действий вдоль железной дороги на Ригу. Церковные книги погибли все. Да. Привет начальству. Войти можно? Ну, что ты так смотришь? Не узнаешь, а? Ты живой. А ты что думал? Я уж больше не надеялся тебя увидеть. Нет, правда, не надеялся. Да. Познакомьтесь, наш оперуполномоченный. Спандек. Антон Пайпола, который, наконец, вернулся. Садись. Вы что, местный? Как поглядеть? Вырос на хуторе, а тут работал до войны. А откуда же теперь вы к нам вернулись?
А как по-вашему? Оставь спандек. Мы с Антоном 3 года воевали. В одном партизанском отряде. Ему больше всех досталось. Милый старый городок. Слушай, Антон, а что если мы порекомендуем тебя председателем уездного исполкома? Что? Меня? Да. Здорово придумал. Молодец. Ну, голова, позавидуешь. Сразу председателем исполкома. Скажи честно, тебя из больницы выписали или ты попросту сбежал? А ты как бы хотел? Чтоб выписали. Ну, так оно и было. Но от тебя-то я сбегу. Почему? Хочу свою волость. Знаешь, как долго я об этом мечтал? К своим хочу. К своим и все тут. Так, значит. А тут разве не свои? На этот раз я тебя по-дружески прошу. Все ясно. Спасибо. Да. Направление мы тебе дадим. Хотя люди тут нужны вот так. Я понимаю. Ну, двинусь. Думаю, в волости я буду как раз на своем месте. Я там всех знаю, меня все знают. Ну, а ты тут держись. Смотри, приеду, проверю тебя. Ну, будь здоров, до встречи. До свидания. Всего доброго. Зря ты его в волость отпустил. Ему будет трудно. Обстановка тебе не хуже моего известна. Парню все придется с нуля начинать. Считай в одиночку. Добрый день. Здравствуйте. Как здесь с Козырлауком проехать напрямую? Покажу, если подбросите. А вы, собственно, кто? Забракованный майор. Ну, что тебе, документы показать? Ладно, поехали. Назад сдай. Назад? Понятно. Тут мелко, брод переедем. Только осторожней, там медикаменты. Теперь по просеке налево. Я хозяин этого дома. Вот что, хозяин, сейчас здесь пройдет фронт, лучше тебе не путаться под ногами. Фриги отставить, перекрыть путь танком. Внимание, выгружайте взрывчатку. Взрывайте аллею. Дебойма. Деревья не виноваты. Войну вы все равно проиграли. Как это проиграли? Да я тебя, а ты подлец. Ха-ха!
на Hauswirt. Du Scheißkerl. Ну, хозяин дерьмо, поди сюда. Доган! 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 Хайнц, я! Так, Норден, Рих, Норден, Клау. Русские панцы, Рюген, Норден. Русские танки идут в северном направлении. Ja, Heinz! Wir sind nach Norden! Ja! Wir sind 10 Kilometer nach Osten von euch! Karf! Ja! Ja, ja! Da, alles da. Klar! Все ясно? Da, Heinz! Ja, Heinz! Ждем вас! Wir warten auf euch! Mach aufstellen und seine Eilung hier! Граб! Рой! Так ведь стрелял, не так? Война проиграна, не так ли? Дали, дали! Быстрее, быстрее! Schneller, schneller! Быстрее, быстрее! Фрике! Фрике, Kommando zurück! Фрике, отставить! Hauswirt! Хозяин! Проводите меня в дом. Не трудитесь. Я родился и вырос в Риге. А война снова привела меня в Латвию. Садитесь, ведь вы у себя дома. Благодарю. Вы верующий? Как всякий латыш, не больше, не меньше. Ого, вся родословная. Антон Пайпола, это вы, да? Нет, это мой брат. Экар из Пайпола. Ну, а где Антон? Нету его. А ваша семья? Нет семьи, никого нет. Как вас понимать? Так и понимать, никого нету. Зачем? Деревья зачем? Вы что, не понимаете? Ведь ваша жизнь на волоске висела из-за этих деревьев. Так эти ж деревья дед мой сажал. Да бросьте, не сейчас надо. Поважнее ценности в мире гибнут. Панцер! Танки! Ты Иван kommt! Иваны идут. Thank you.
кто? Какие-то беженцы. По-моему, это мои. Вам тоже надо вокруг озера. Смотрите, прямо не езжайте, там трясину, увязнете. Ладно, едем. Дай мне. Да уйдите вы. Глупый какой, а. Иди. Мужикан. Ну иди. Ну давай. Не твой теленок. Ну и что? Да их полон лес. Черт знает, откуда забрели. На колбасу пустим. Но... Увидят жандармы, всех в Германии угонят. Гранатами баловаться. Вообще ума нет. Вот и русские явились. Спасибо, счастливо. Братец мой где? Будто Карлиса не знаешь. Бросить дом не захотел. Здравствуй, Антон. Ну, расскажи, что с нами будет-то? Хелга. Здравствуй. Здравствуй, Антон. Ну? Неужели в скуэдах? В скуэд или верь? Это не там. Боже, неужели это наш? Ну да. Ой, да ведь это у нас. Наш. Вот несчастье. Что же нам делать, Анна? Вот несчастье. Что делать? Фронт уже прошел. Нечего по кустам прятаться. Пора по домам возвращаться. Кроме нас их никто не сбережет. Поехали, поехали. Привет, дочь. Навали все равно где-нибудь. Не могу я. Вы что, не понимаете, что ли? Да если бы я ничего не понимал, ты лежал бы рядом со своим псом. Дай мне хоть одеться во что-нибудь. Я не могу. Ну, хоть тряпье какое-нибудь дай. Не могу. Не имею. Ну, я же... Я хочу просто добраться до своих. Не хочу попасть в плен. Ну, вот не хочу попасть свои. В плен. А меня в покое оставь. Я жизнь тебе спас, подлец, а ты мне помочь не хочешь? Могу я. Уходи. Ты мне... Уходи. Жизнь свою. Уходи. Хозяин, ты должен... Ты обязан мне помочь. И ты мне поможешь. Слышишь, хозяин? Хозяин. Хозяин.
Пожалей. Откроет, сейчас откроет. Слава богу, жив-здоров, как всегда на месте. Вечный писарь. Да, во все времена. Ну, он порядочный человек. Здравствуйте, здравствуйте. Входите. Вон в ту комнату. Я там обосновался. Входите, входите. Прошу вас. Вот сюда. Бесполезно. Станция не работает. Вот, волосная книга, вот печать. Да, часть документов волосной староста сжег. Дегумс? Да. Балтыч? В легионе. Угу. Озолинч? Ну, Озолинч, он ушел с вашими. А где теперь ваш волосной комсорг? Твой сын? Фашисты в первое же лето убили его. И невестку. Осталась только девочка. Элга теперь ей вместо матери. Кто-нибудь из наших его выдал? Дегумс. Дегумс? Да. Роберт? Да. А тебя и Элгу не тронули? Дегумс их спас. То есть как? Дегумс их спас. Как все перепуталось у вас. Шустенч, а если мы попросим тебя председателем стать, хоть временно? Да у меня 4 класса. Да погоди ты со своими классами. Нам прежде всего человек нужен. А кого бы курьером? Взять можно Стабулника, вполне свой человек. Музыкант. Как считаешь, председатель? Да, такой проворный человек. Нам надо поторопиться с уборкой, с молотьбой. Фронту нужен хлеб. Я съезжу к Дегумсу, движок посмотрю. Моста-то теперь нет? Погодите. Поедем к Дегумсу вместе. Мужики.
Москву вымахали, и когда успели? Вымахали. А когда? Сам не заметил. В дом пошли. Идем. Ты моя родная, Ванька, поспеши, я тебя помою, друг мой, от души. Антон, садись к столу. Спасибо. Ну, что ты? Садись. Хорошо? О, хорошо. Отец получше варил. Это для тебя просто. Ты фронтначальник. Ну, не надо задираться. А что, разве не так? Опять будем правду делить? Как всегда, командир. А ты вот пойди на отцовское поле, да попотей от зари до зари и покажи, что ты прав. Да пиво свари получше моего. Вот так. Да уж, поработать придется. Может, и от зари до зари попотеть. Надо работать. Кому-то это надо делать, чтобы вы могли драться. Понял, Антон? А мне эти ваши драки до одного места. Ясно? Дайте мне жить и работать, как мой дед, как отец мой. Ну, ты не трогай отца. Он в 5-м году имение сжег. А вы что, жечь собираетесь? Тебе что собираетесь жечь? Тебе об этом волноваться не надо. Ты в святости живешь. Свято работаешь в поле. Свято любишь жену свою. Стыдно мне за тебя. Стыдно, брат. Прихожу нынче на маслобойню. Люди отворачиваются. Зачем ты вернулся сюда? Для чего? Для чего? Чтобы для чего я тебя спрашиваю? Чему удивляться? Для чего? Чтобы было меньше крови. Меньше крови? Антон миротворец. О, Боже, это братья. Как вы повстречаетесь хуже врагов. А ведь как ждал его. Даже барашка забил. Давай постираю. Я сам не надо. Элена, здравствуй. День добрый. С хозяином поговорить надо. А где Роберт? Чего молчишь? Откуда мне знать? Как ушел, так и ушел. Молотить пора. Движок ваш в порядке. О, Боже, ну откуда мне знать? Что ты меня спрашиваешь? Вот спроси у Кибелта. Он всегда этим занимался. Движок ваш, вас и спрашиваем. А теперь, говорят, все ваше. Забирайте его и уводите. Нечего ко мне приставать. А ну, посмотрите, пошла. Движок. Ладно, идем. Надо посмотреть, где привод. Ну что, движок вроде в порядке. А привода нет. Эй, Элена, а привода-то нету? Должен быть, куда ему деваться? Ты как следует искал? Да нету. Еще погляди. Ладно, я сама посмотрю.
Ну, где они, твои работники, а? Где они? Фронт рядом, а ему припекло мострый дуй. Где они? Может, и впрямь все испугались. Стоять! Стреляют вокруг, ты это пойми! А чего ты приперся? Это что? Тебе что, жить не хочется? Болтун. Постой. Ну! Ну! Двигайся, старушка! Председатель, на Берлин? Да ну тебя! Надо же эту развалину из речки вытащить! Эй, друг, давай, давай сюда мой велосипед! Вот так! Молодец! Вот спасибо! Эй, Антон, положи-ка велосипед в сторонку и отойди с дороги. Не путайся под ногами. Уйди, уйди, уйди! Все отойдите! Давай! Сюда, сюда, сюда! Так! Еще! Прямо! Прямо! Хорошо, хорошо! Еще, еще, еще! Стой! Стой! Так. Хорошо. Эй, Болтес, спустись ко мне. Помоги. Помоги мне. Так. Сейчас. Сейчас мы его вытащим. Ну-ка. Эй, Болтес, дай-ка мне канистрос. Ну, давай сюда, давай. Ай, черт, не хватает. Еще чуть-чуть. Давай. Ты подожди, подожди. Ты держи конец троса, а я пойду сам им все объясню. Ты тут один? Ставолник, сходишь ко мне домой. Жене передашь, чтоб сюда пришла. Ничего я не передам, Роберт. Увезли ее уже. Увезли? Да.
Почему? Ну как почему? Она же тебя прятала. Кто ее увез? Кто? Чекисты увезли. А кто был из наших? Ну, кто? Ну, Шустин. Шустин. А ты куда смотри? А что я? Ну, что я? Я же только курьер. Волость. Ладно. Домой тебе скоро придется играть. До похоронарах. Подъем. Ну, вставайте, вставайте, вставайте. Хватит спать. Ну, пошли. Пошли, пошли. Ну. Ну, пошли. Ну. Ну, пошли, пошли, пошли. Шевелись. Ну, ну. Ну-ну, ну. Иди. Везут что-то. К нам, что ли? Oh,
Не надо было звонить, они... Звонить ведь... надо было. О чем тут спорить? Не надо. В конце было... концов, это ведь не шутки. Не надо... Человек погиб. Не надо было трогать Шустинша. Теперь там никаких следов не осталось. Вот тут ты прав. А оставить его посреди дороги? Не знаю. Надо подумать о похоронах. Ну, теперь уж, наверное, без священника. А женщины Петра согласятся? А священник и сам не придет. Как-никак тут замешана политика. Ладно. Сами проводим. Договорились. А музыкантов я беру на себе. Перестреляют. Всех перестреляют. Так всегда, когда меняется власть. Да будет тебе. Не каркай. Всех не перестреляют. Останется кто-нибудь. Кем заменим Шустанша? Ну, теперь это будет непросто. Никто не согласится. А может быть, Антон, нам стоит предложить это место Лициту? Так ведь он из крупных хозяев. Верно, из крупных, но из умных. Крыша у него под шифером. Нам нужен кто-нибудь из обычных, но из простых людей. Приехали, спаны. А, привет. Здравия желаю. Давай выгружай. Куда? Тебе пока. Здрасте. Давайте. Здравствуйте. Мои помощники. Это все? Все. Ясно. Оставляй тебе Сарклиса. Можешь на него положиться. Во всем. Так один твой Сарклис мне здесь погоды не сделает. Два дня дрались с диверсантами. Ну что, порядок? Порядок. Сейчас поедем. Благодарю вас. Подпиши. Протокол осмотра места происшествия. Что смотришь? Мне уже давно пора быть на другом конце округа. Там на слабыне сожгли. А тут убили человека, и нам надо непременно найти убийцу. Ищи. Чем меньше шума, тем лучше. Подумай, кого теперь в председателя поставишь. Лавис. А, здравствуй. Гроб своему помощнику пришел заказать. Мне новый помощник нужен. Волос без председателя быть не может. Ах, вон оно что. Нет, не выйдет Парторка. Не вовремя ты пришел. У самого нет крыши над головой. Видишь, все сгорело. Жена, товарищ Пайпола хочет назначить меня главным в волости. Вот оно что. Значит, теперь тебе под пулю становиться. Хочешь водкой его купить? У тебя, Лавис, пока что есть жена, дети и внуки. Ты про это не забывай. Забери свою бутылку. Thank you.
скажи мне ты, старый латышский стрелок. Играем, что ли? Тихо. Поезжайте. Но. Что там такое? Грозятся всех нас убрать. Спи спокойно, Петер. Вот такое вот нежное послание. Угу. Прочти. Первый и последний раз убирайся по-хорошему, коммунист. Добрый вечер. Привет. Добрый. А то ляжешь рядом с Шустеньшем, борцы за свободу. Извините. Кто это мог написать? Даже трудно представить. Здесь это Элга прислала, так сказать, отца помянуть. По таким печатным буквам трудно определить, кто писал. Вот если бы почерк сравнить, тогда можно. Глупости ты говоришь. Печатные буквы все одинаково пишут. Вряд ли у каждого свой почерк. Да. Так, ну слушай, музыкант, попробуй ты. Напиши, а? Товарищи, вот эти слова... Нет, нет, я не буду. Почему? За это можно бонус хлопотать. Эй, братец, ты случаем не того.
Проверить хотим, одинаково буквы выйдут. Тогда сам и пиши. Вот и проверим. Садись, садись. Так, вот тебе ручка, пиши. На вашу ответственность. Пусть будет на нашу. Постой, продиктую. Убирайся по-хорошему коммунисту. Не хочешь писать слово коммунист, не надо. Пиши убирайся. По-хорошему. Да ты не торопись. Пиши спокойно. Угу. Ну, нет, это совсем не похоже. Видишь, а ты не хотел. Нет. Я такого от вас не ожидал. Нет уж такого, что вы делаете со своим человеком. Чего вы хотите от меня? В Сибирь сослать? Меня с тобой Никса? Роберт! Что? Спускайся. Ну, Роберт, если б ты не спас меня от призыва в немецкую армию, что случилось? Вот! Смотри! Ты все никак не успокоишься. А из меня они чуть было душу не вытрясли. Да, и я вовсе не уверен, что это были просто шутки. Слушай, нас все равно найдут. Они все раскроют. Я это чувствую. Спасибо вам. До свидания. Пойдем в дом. Марис! Неужели это ты? Привет, музыкант! Дружище, ты живой, а? Живой! Ну, входи, входи. Роберт, и ты, брат, застрял. А где мои? Отец, мать. Твои-то, да с твоими все в порядке. Они ушли давно, еще до прихода фронта. Я им и собраться помог, проводил. Теперь они, небось, уже за морем, так что не волнуйся. Ну, да поможет им Бог. Покорми моих людей. Само собой, конечно. Все сейчас будет. Сейчас. Приветки, давайте, раздевайтесь. Надо и нам за море. Сейчас того. Вся надежда теперь на англичан. Да-да. Тут у меня тихо. Только свою землю с собой не прихватишь. Ну вот. Ходите, ребята, к столу присаживайтесь, угощайтесь, чем Бог послал. У нас пока еще всего хватает. Ну, смелее, смелее, смелее. Садитесь. Фашисты! У Стабулникса в доме фашисты. Позови Сарфиса и Волдиса. Да-да. И всех остальных. Я
ухожу, навек прощаюсь, ведь я чужой, в краю родной, и не вздохнет никто печалясь, ведь я чужой. Кто там ломится? Это я, Слива. Слива? Что случилось? Ой. Чего ты разгуливаешь по ночам? Слава тебе, Господи. А мы думали, что тебя убили. Кто это мы? Парторг и все наши. Где они? Тут. Антон! Погоди, иди погоди, сюда! Он жив! Ходи, Антон. Ходи, ходи. Гостем будешь. Присаживайся. Садись, садись, не стесняйся. Разговор к тебе есть. Мои вокруг дома, ты это учитываешь? И много этих твоих. А ты любопытный. Зачем увезли мою жену? В чем она виновата? А в чем был виноват Шустинш? Еще что-нибудь? Нет. Хочешь, чтобы сразу начали пальбу? Зачем же? Не стоит, Роберт. Не стоит. Сам знаешь, что не стоит. Да не получается. Может, хватит стрельбы? Жить-то хочется. Жить и правда хочется. Это верно. Да как-то вот, знаешь, не выходит у нас. Понял. Роберт, что ты? Не надо, Роберт! Здравствуйте. Хозяин дома? Сейчас я позову его. Ну, мужики взяли.
Так, давай, давай. Еще, еще пошла. Вулдис, отец где? В сарае. Сели еще разок. Так, рули, рули. Слушай, Карлис где? Да там, внутри. Карлис! Эй, Карлис, поди сюда, тебя жена зовет. Сейчас идем. Еще, еще. Так, так. Так, так. Ну что там? Пошло, пошло. Идет. Рули там, рули. Чекисты к нам пожаловали. Вулдис, а ну быстро домой. Чего приперлись? Идем. Садитесь. Здрасте. А, тебя зовут Вулдис. Угу. В истребителях состоишь? Да. А оружие твое где? В шкафу. Покажи. Болинч, запиши-ка номер. На. Присядьте. Может, поедите с нами? Спасибо. Дайте мужу что-нибудь из еды и одежды потеплее. Ему придется поехать с нами. Зачем? Не знаю. Ну, иди, раз зовет. На. Парное, тебе это полезно. Ты что это? Подсматриваешь? Похоже на тебя. Дочка брата. Да. Нелегко тебе пришлось. Но война кончается. Отца и брата уже не воскресишь. Я могу помочь. Помочь? У тебя же времени нет. Ты всем мечтаешь помочь. А на всех времени не хватит. Мама хочет, чтобы ты был моим папой. А ты совсем седой. Антон! Антон! Карлис, вставали! Идет война, понятно? Не только на фронте, но и здесь! Вчера опять два товарища от бандитских пуль погибли! Вот такая обстановка. У меня сейчас нет ни сил, ни времени на все эти эмоции. Эмоции не изображай моего брата фашистом! Я головой своей за него поручиться могу! Не забудь. Голова у тебя одна. Позовите Пайпалу. Садитесь. Я вас еще раз спрашиваю. Вы помогали фашистам? Нет, не помогал. Так мы ни до чего не договоримся. Подумайте хорошенько. Мне нечего думать.
Слушай. Чего он хочет от тебя? Скажите, обер-лейтенант, вы знаете этого человека? Вы его знаете? Да, я его знаю. А вы, Пеппола, знаете этого человека? Одежда вам ни о чем не говорит? Отвечайте! Я спрашиваю. Да. Я ему подарил ее. Другого выхода не было. Больше мне нечего сказать. Увидите. Семью не трогайте. Я сам виноват. Дома их не было. Все понятно? Нет. Я только понимаю, теперь работать в волости я не имею права. Тебе известно, сколько в Латвии властей? 519. И в каждой из них нужен парторг. И в каждой нацелена пуля. Да. Спандекс слушает. Да, включаю. Говори, Москва. Антон, похоже, у нас сегодня праздник. Ты о чем? Ригу освободили! Главнокомандующего, генералу армии Масленникову, генералу армии Еременко. Войска 3-го Прибалтийского фронта при прямом содействии войск 2-го Прибалтийского фронта, развивая успешные наступления, сегодня, 13 октября, штурмом овладели столицей советской Латвии, городом Рига, важной военно-морской базой и мощным узлом обороны немцев в Прибалтике. Боях за владение городом Рига отличились войска генерал-лейтенанта Романовского, генерал-полковника Белова, генерал-лейтенанта Захватаева. Антон, Антон, зря ты нервничаешь. Выяснится все, вернется Карлис. Отпустит его. Парторг. Я не знаю. Ригу освободили. Дай пробку. Убери руку.
вот так всегда, когда хозяина дома нет. Где Карлис? Что ты мне обещала? Ну, где Карлис? Я тебя спрашиваю, Карлис где? Ты пойми, у войны свои законы. И война еще продолжается. Ты понимаешь это или нет? Я живу по своим законам. Пошел вон. Пошел вон, Волди, сбери бочонок. И чтобы ноги твоей больше в моем доме не было. Убирайся вон! Ты-то виноват. Виноват, не виноват. Черт побери. Женщины, бегом в сарай, быстро! Сидеть там тихо, не высовываться! Ненароком под пулю попадете! Пошли, ребят! Янка! Янка, Волдис! Уходи, сынок, мама! Где Янка? Уходи! Уходите, стреляют! Ну куда же ты? Антон,
Антон! Эй, ты живой? Может, хватит стрелять? Издеваешься? Элга, ты должна вернуть его. Должна вернуть. Антон! Антон! Oh.